Более 250 тысяч тонн тихоокеанских лососей добыли рыбопромышленники на Камчатке с начала большой рыбалки в этом сезоне. Рекорд прошлогодней путины уже побит. С начала путины в прибрежных водах Камчатки добыты 197 тысяч тонн горбуши. Из них на западе более 91 тысячи тонн, рассказали в правительстве региона. Активная путина сейчас продолжается у западного побережья полуострова в Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонах. Суточный объем вылова горбуши, который сейчас идет на нерест, превышает 10 тысяч тонн.